Это нелепая ошибка. Я все заплатила городской страже. Пропустите, пожалуйста. Мне очень надо. Подожди. А мне надо, чтобы у меня вот этот мешок был полный, а его половинка. Ну ты же за что-то не заплатила. Я за что? Стража на воротах вывела мне бумагу об уплате. С печатью. Вот. Омерзительно настоящая бумага, но у меня половина мешка. День уже к закату. И что мне делать? Я не знаю. Можно я пойду? Туда. У тебя вообще нет совести, но... Спасибо. Удачи вам и вашей казне, вернее вам и бюджету. Ну, я пошла... Стоять! А что ты делала у нас в городе? Ходила смотреть выступления актеров на площади. Бродячий театр. Не бесплатно, между прочим. То еще зрелище. А мне нравится. Нравится? Очень. Я обожаю театр. Может быть... Когда-нибудь и я стану актрисой. Обязательно. Станешь, но когда ты за это заплатишь? За что? Я заплатила за билет в театр. Что еще? За удовольствие. Ты же сама сказала, тебе понравилось, а за удовольствие придется заплатить. Это новый налог. Его недавно ввели. За что? Почему? Правильно говорить. Сколько? Странный налог. Раньше такого не было. А теперь есть. Вот у меня есть... список всех налогов. У меня осталась только одна монета. Давай. Ну, слишком ли много просите? Я на это целый месяц живу. Да я тебя пристрелю все. Вперед за мной, лентяй, к славе успеху! Извините, что отвлекаю, но в какой стороне графский замок? Там. Спасибо. Прекрасно, девушка, вы странный человек. Вперед за мной, лентяй, к славе успеху! А всем лежать, не двигаться, стрелять в свое. Спасибо большое! Я не понял, а то что, ограбление? Он налоги собирает. Ну, здесь же налогового пункта нету. А, покажите свою карту. Давай. А вы не туда свернули, это платная дорога. А где бесплатная? А везде, и слева, и справа. Выбирай. Ну, слева болото, а справа непролазная куча. Я не вижу там дороги. Дорога же бесплатная, ее не видно, но она там есть. Но это невозможно, мы там же не пройдем. Вам еще... Готовьте деньги сразу, размена нет. И к тому же с завтрашнего дня повышение расценок. Мы бедные актеры, ну, за душой не гроша. Не гроша! Да, прекрасная девушка и ваш покорный слуга, позвольте представить этих талантливых актеров, безжизненно стоящих в пыли. Без сил, без денег. Ладно, не пущу. Дорога платная, пистолет заряженный. Позвольте, у меня есть нечто большее, что не измерится презренным златом. Продукты принимаю. Ну, а подсунешь тухлятину, пристрелю, не раздумывая. А вы любите театр? Понятно. Хамить будете? Так, кругом и шагом марш в любом бесплатном направлении. Но, пропустите! Предупреждаю, я не смогу обеспечить вам достойный оклад. Да и недостойно. Готов служить вас бесплатно. Похвально, Абрам, какие прекрасные слова! Вы приняты! Командор, за что ты берешь меня? Да, командор! Заплатите деньги и проваливайте отсюда, пока расценки не выросли.
А то тут жуткая инфляция к вечеру. Шагом марш. А пока вы не ушли, в субботу, когда вы играли короля Лира, это я так метко бросал вас помидорами. Шекспиром там и не пахло, и игра убогая, образы невнятные, стертые, а ваши лица! Да вас расстрелять за такие лица надо! Корделия, ну вас я помидоры не бросал, вы же женщина! Шуты рескардые, актеры убогие, убирайтесь отсюда и не возвращайтесь никогда! А судьи кто? Бледнее боец! Вот так, милочка.